В выставочном зале «Меценат» прошел первый урок для подростков и молодых людей с ОВЗ, на котором юные художники рисовали моряка. Выбор рисунка был сделан не случайно и приурочен к главному мужскому празднику. Мы готовимся к 23 февралю, делаем подарок своим папам. Мы рисуем защитника Отечества в морской форме. И было удивительно, что я, не зная, кем были их папы в армии, угадала, что у некоторых прям были. И вот Стас рисует прям своего отца, но остальные, наверное, вымышленного героя. Такая арт-терапия дает развитие мелкой моторики и фантазии, а также служит развлечением для подростков. Колорит мы замешиваем, мы разговариваем о форме предметов, как его нарисовать, из чего состоит. Вот, например, рисовали сегодня человека, мы разговаривали о том, что человек состоит из лица, лицо какой формы, форма овал, форма круг, вот, и какого цвета, соответственно. В общем, я считаю, что это очень полезно для детей. В рамках проекта для детей с ОВЗ предусмотрена расширенная программа. Это занятия живописью с сопровождением живой музыки, а также использование нестандартных мест для пленерного рисунка. Это поездка на теплоходе, это посещение многих музыкальных художественных музеев нашей Ростовской области и много-многое другое, что, конечно, дадут раскрепощение им и, наверное, новые какие-то творческие способности в дальнейшем. Екатерина Четверякова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.